Festumbret Vladimir Volfovičs. Здравствуйте. Добрый день. Прологом я хочу сказать, что мы вас очень уважаем. Вот с этого телевидения, которого мы приехали, и большое желание наше было встретиться с вами, поговорить. Первый вопрос у меня такой. Как вы думаете, вот что вы думаете насчет того, если вот на фоне этого напряженной ситуации между Россией и Грузией в Россию приедет Михаил Саакашвили? Это разрядит ситуацию или наоборот более? В любой момент. Пускай приезжает. И от любых визитов только польза. Особенно приезд в Москву, потому что будущее у всех у нас плохое. Я вам заранее говорю. Впереди самые страшные времена. То, что произошло за последние 30 лет, это все ерунда. Планета может прокормить только 5 миллиардов человек. Нас уже 6. 1 миллиард должен быть уничтожен. Иначе все погибнут. Вот в чем проблема. То же самое исламский мир. Вот он весь бунтует и сегодня уже. Вот он весь исламский мир. Вот и 400 миллионов. И тоже все взрывается. И куда все? На север. Куда все? На север. И здесь неуправляемое все уже. Они ничего не могут. Старая Европа окончательно себя обессилила. Поэтому вот эта четвертая мировая война. Но она не будет как война. Потому что человечество боится ядерное оружие. Поэтому это значит, война установление. Да. Нет. Установление ультраправого режима в России. Я вам скажу еще одну кульварную информацию. Давайте. Которая крутится в парламенте. Значит, парламент собирается думать над вопросом, чтобы, ну это я не знаю, сплетни или нет, но в некоторых в желтой прессе уже было напечатано, чтобы поменять территорию. Допустим, вы нам дарите Чукотку, а мы вам Зестафони. Ну? Вот как вы думаете, значит, эта идея? Это можно решать это или нет вообще в парламенте? Вы же там замерзнете все. Мы сами там не живем. Там зона не годится для проживания. Ну там территория просто живут. Больше, а Зестафони более такой город. Впереди, к сожалению, великое переселение народов. А ведь так может случиться, что подадим эшелоны прямо в Зестафони и напрямую до Чукотки поездом. И поскольку железная дорога кончается на БАМе, пассажиры будут, как Павка Корчагин, прокладывать сами железную, так сказать, магистраль до Анадыря. Грузинские авиаторы такой план разрабатывают, да, чтобы поезд прикрепить к самолету и прямо, чтобы рейс, допустим, Тбилиси-Москва. Покупаешь билет на поезд, да, и за 2 часа долетаешь до Москвы. Ну, там будет 2 станции, там Тула и Зестафони тоже. Mm-hmm. Что вы думаете, это правда? В Саратове же у нас есть уже разработки. Летающая тарелка вмещает 2000 пассажиров и вертикальный взлет. Поэтому не надо поезд прикреплять, а вот вкладывайте деньги, да, в Саратовский авиационный завод. Вот за Зестафони, местный маленький есть, вокзал, аэропорт, летающая тарелка, 2000 мест. Садитесь, и прямо через 2 часа будет в Москве. Поэтому тоже реально. Это насколько реальная информация? Реально есть. Да? КБ работает. Нужны значит, деньги, эти грузинские авиаторы тоже, правда, значит. Конечно, они это просто берут. Вот как все время, помните, был гибербалет инженера Гарина? Да. Все думали, фантастика. Какой-то там луч разрезает, все. Все да, уже да, есть все такой уже луч. Есть, правильно. Все уже. Пучковое оружие, пол планеты можно спалить. Никто не заметит даже. Владимир Вольфович, а вот когда покупаешь билет на поезд, как он должен стоить? По цене самолета или по цене поезда? Чем дороже, тем лучше. Поэтому вот самолеты нужны новые. Вот у вас что стоит авиационный завод в Тбилиси? Остановился? Вот разрабатывает вот этот. Пускай разрабатывают. Разрабатывают. Вот этим нужно заниматься. Знаете, ну, вот когда мы спорим, там бархатная революция. Но это не из области фантастики, как вы думаете? Да, конечно. На российских базах выводят бешеных сусликов. И эти бешеные суслики съедают домашний скот, домашних животных. И население сел голодает из-за этого. Каким-то химическим инъекциями или чем-то. Значит, наши базы мы с удовольствием заберем наших солдат. Только вам потом придется умолять, чтобы русская армия вернулась.
А эти все суслики, так сказать, поедают скот и так далее. Это все как бы отдельные эпизоды. Вот такой суслик какой-нибудь или какая-нибудь там бактерия, какой-нибудь вирус и эпидемия. Вот да. Что вы скажете насчет такой фразы, которая уже стала загадкой, и многие политики обсуждают эту фразу, которую сказал Михаил Саакашвили. Он сказал такую вещь. Три штуки в Москве за две ночи один раз. Дорого вообще, 3000. Но, видимо, качество хорошее. Москва самый дорогой город в мире. Но 3000 за две ночи, может, недорого. За одну ночь. Ну, 1500 в ночь получается. Да, тоже дорого. 1500. Ну, почему это, в принципе, допустимо? Допустимо. Ну, зарплата хорошая. Но цены возросли на все вопросы. Только по такси. Токио у нас, мы не можем догнать Токио. Самый дорогой город в мире – Токио. Я восхищен вашим расшифрованием сразу же этой фразы, потому что многие политики думают до сих пор, что это значит. Не могут разобраться, да? Плохо знают жизнь. Вот представьте, что мы с вами сидим за столом, за столе. Да. Сейчас в Грузии новые тосты какие-то появились по отношению в связи с дружбой между Россией и Грузией. Вот, допустим, один такой тост, чтобы ламинировать дружбу между Россией и Грузией, чтобы она не иссякла, чтобы она не исчерпалась. Так. А вот вы какой тост скажете или придумаете насчет дружбы между Россией и Грузией в данный момент? Не люблю ни тосты, ни анекдоты, и застолья не люблю. За столом мы с вами все просидим, все проедим и ничего не заметим. Но коль скоро вы любите, так сказать, там за столом и любите, так сказать, поднимать тост за здоровье всех сидящих за столом. А вот за само ламинирование? Ничего не получится. Они напрасно пьют, значит, этот тост на ламинирование, напрасно, да? Не ламинируешь дружбу, значит. Чемоданы упаковывать и переезжать в Россию. Понятно. Вот все в Россию жить, здесь места есть. Работа есть. Вот миллион грузин, которые живут в России, они довольны. Да. В конце нашего интервью я хочу сказать вам одну вещь, что у нас тоже в Грузии есть вот отрицательную, не отрицательную, положительную, наоборот, имеет мистический певец такой, есть Гига Квенетадзе. И он послал вам подарок, я хочу вам подарить. Это слезы Гиги Квенетадзе. И вот говорят, что когда капаешь на две капли, капаешь на подушку и загадываешь желание, и два раза говоришь «вершегелеви», то исполняются желания. Да. Вот я хочу вам это передать. Хорошо. Покапаю на подушку, загадаю желание, чтобы стать Михаил Саакашвили приехал бы в Россию и попросил бы российское гражданство. Для себя и для всех жителей. И сказать «вершегелеви» два раза обязательно. Это песня его такая «вершегелеви». Я не это сделаю, как называется. «Вершегелеви». Да. Скажу обязательно. Что-нибудь, так сказать, может быть... Он поет такую песню. «Вершегелеви». «Вершегелеви». А ему от меня я передам тогда свой одеколон. Кому это? Вот ему же, певцу. Гига Квенетадзе. Жириновский одеколон. Да, вот. Вот этот вот анекдот, одеколон. Вчера в столице мне показал шампанское, они с собой забрали, представляете, и водку. Все пустое. Вот, певец ваш, как его имя? Гига Квенетадзе. Гига Квенетадзе. Гига. Он мистический певец, у него слезы такие, что... Это он мне слезы подарил, а я ему дарю свой одеколон, пусть он, так сказать... Поменьше плачет. Поменьше плачет и вдыхает запах хорошего одеколона, и это нас связывает. Пока вот вместо поезда, раз поезда нет, Москва, Тбилиси, пускай нас связывает одеколон. Передаю ему. Этот одеколон я оставлю себе. Себе, а ему дадим еще. Этот одеколон ему еще дай, оставлю. И все. И в конце, вот как футболисты меняются майками, давайте бумажниками поменяемся, Владимир Вольфович. Бумажниками. Майками давайте, с радостью. Я майки могу дать. Ладно, давайте. И майками, бумажниками нет, значит. Ну, бумажек просто у меня с собой нет, видите, я в одной рубашке сижу. А майку свою готов передать. Ладно, это майка была шутка. Майка наша, одеколон даем, так сказать. Так что, чтобы все было хорошо у вас. До свидания. Передача «Гаигимет», пароль и камера. Хорошо. До свидания, спасибо большое.